Привет! Сегодня проверим, на что способен этот углошлифовальный инструмент от Makita. Разберем его основные характеристики, плюсы и минусы. Поехали! Первое, что бросается в глаза при взгляде на этот инструмент – его внешний вид и компактность. Весит он всего 3,5 килограмма, что для углошлифовальной машины довольно приемлемо. Габариты 425 на 140 на 168 мм делают его достаточно удобным в работе. Кожух, кстати, заслуживает отдельного внимания. Его можно легко регулировать, что невероятно удобно при разных типах работ. И да, в комплекте не идут ни батареи, ни зарядное устройство, так что имей это в виду. А еще не забудь проверить описание под этим видео, там ты найдешь полезные ссылки и скидочный промокод для выгодной покупки. Работает он от аккумулятора на 40 вольт, что обеспечивает его высокую мощность. Диаметр диска здесь 125 мм, а частота оборотов под нагрузкой может варьироваться от 3000 до 8500 оборотов в минуту, что дает отличную гибкость в работе. Резьба шпинделя М14 и посадочный диаметр 22,2 мм говорят о том, что подойдут довольно стандартные диски, что упрощает выбор расходников. Особенно порадовала продуманность в деталях. Большой курковый переключатель для удобства использования, улучшенная защита от пыли и влаги благодаря технологии X5, что увеличивает срок службы инструмента. Производительность на уровне сетевых моделей мощностью в 1100 Вт, что для аккумуляторного инструмента весьма впечатляет. Дополнительные функции, как регулировка оборотов, увеличенные шарикоподшипники и новый переключатель с уменьшенным износом контактов делают работу с инструментом максимально комфортной и долговечной. Автоматическая остановка двигателя при заклинивании диска и электрический тормоз обеспечивают безопасность во время работы. Не говоря уже об инновационной функции AWS, позволяющей беспроводно подключать пылесос, что значительно сокращает время на уборку рабочего места. Система защиты от случайного включения и плавный пуск – это те вишенки на торте, которые делают использование этого инструмента не только эффективным, но и безопасным. Я внимательно изучил отзывы владельцев и выделил основные преимущества и недостатки этой модели. Минусы – тяжеловато. Плюсы. Мощность, как у сетевой, 1,1 кВт. Независимость от сети. Удобство хвата. Итак, мы подошли к концу нашего обзора. Не забывай, что в описании ты найдешь все нужные ссылки для покупки, а также скидочный код, который сделает твою покупку еще выгоднее. Мне было бы интересно узнать твое мнение об этом инструменте, так что не стесняйся оставлять комментарии. И, конечно, если тебе нравятся такие обзоры, подписывайся на канал и ставь лайк. Это лучший способ поддержать меня и не пропустить новые видео. До новых встреч!